Вот тут строят бассейн. Стройка медленно идет. Огорожена забором. Арена Кисловодск. Вот паспорт объекта. Строительство дворца спорта «Арена Кисловодск». Первый этап – бассейн. Начало строительства июнь 21 года, окончание ноябрь 22 года. Дворец спорта вот такой вот будет. Арена Кисловодск. На улице Светлогорской строят. Национальные проекты России. Ну, через год, надеемся, построят. Это вот выше таксопарка, бывший таксопарк. А это вот напротив кладбища, кладбище на Светлогорской. Вот такой паспорт объекта. Арена Кисловодск. Ну все, друзья, до новых встреч. Ждем, когда закончат строительство. Посмотрим, в срок уложатся они или нет. Обычно не укладывается.